прежде всего приехать, ну, получить удовольствие от игры, вот, а уже побороться за призовые места — это вторая цель. Ну, цель такая стоит? Да, конечно. Играли на любительских турнирах, вот, где-то сами на улицах пересекались, во дворах, там, с района ребята, вот, как бы наигранные немножко. Я занимаюсь, там, ребята тоже раньше занимались, вот, сейчас там некоторые из-за травмы, из-за учебы вот, закончили, вот, то есть, ну, как бы у всех остался интерес к футболу, все продолжают на любительских турнирах играть. Да, вот, знаю девушек Женфутбиш, вот, хорошая, неплохая команда. Ну, здесь, конечно, психологический фактор будет играть, вот, ну, а как бы, ну, я думаю, что прям такой же зарубы не будет, где-то уступим, где-то, вот, ну, я думаю, игра интересная получится. Команды. Поэтому мы и хотим, чтобы он как-то немножко возродился. В Минске играют, в Гродно играют, команды везде, кроме Гомеля. Ну, мы же не профессиональная команда, мы любительская, вот. И нам бы хотелось, чтобы у нас был соперник, чтобы у нас была конкуренция живая, соревновательная деятельность. Обязательно. А то да, у нас, вот, нам приходится с парнями играть. И, наверное, для девочек это не всегда приятно, потому что есть такие минусы. Это же девушки, вы же понимаете. Луна не в той фазе, гороскоп не совпал или еще что-то. Игра не пошла. Или пришли все такое, ух, боевой дух, собрались и выиграли. Девушки тоже должны играть в футбол. Вот. И как бы нам тоже хотелось, чтобы нас заметили, нас услышали. Мы все девчонки, все вот еще те, мы уже, да, все мамы. Мы подтягиваем. У нас все уже, мы работаем, ну, в сфере физической культуры, как бы. Но вот нас он не отпускает, мы все равно двигаемся и хотим, чтобы вот нам было куда прийти, на кого посмотреть, за кого поболеть. Если сейчас, дай бог, наш Гомель выйдет в высшую лигу, им обязательно нужна женская команда. Это такое правило. Смотрите, вот мы ходили бегать на стадион, так. Бегали, решили, а давайте мы с парнями, ну, соберемся и поиграем в футбол. Ну и мы создали аккаунт в Инстаграме. Все выложили, и там желающие девчонки по ГВ бегать подтянулись. Вот бывшая из дешёр команды женская, то, что Димковец тренировал. Вот и мы потихоньку втянулись, поиграли против Химика нашего, поиграли против Водоканала. Ну и вот так потихоньку начали в строй, так сказать, стали, и систематически теперь у нас каждую субботу проходят матчи. То, как бы спортсменки, футболистки, у нас как бы, ну, и девушки, просто желающие побегать в футбол. Ну, как бы они присоединяются с нами и играют. Даже это вообще не умеет бегать, ну, все потихоньку учатся. А в этом году мы тоже быстренько увидели. Наши парни, которые к нам приходят против нас играть, это Кабаны Юнайтед сегодня будут. Тоже играют. Да, и они нам: девчонки, давайте, класс, пора уже вам хоть где-то как-то подвигаться, чтобы вас видели. Ну, мы решили поиграть.